подписчиков и зрителей канала. Меня зовут Семен, а не Бодиплей или просто Бади. Играем в небольшие инди-игры. Сейчас моему вниманию попалась недавно вышедшая маленькая игрушечка под названием Charge. В переводе с английского что-то наподобие заряда. Давайте начинать. Приблизительно знаю, о чем игра, но будем познавать это вместе с вами. Так, мне нужно искать электрические приборы для того, чтобы заряжать своего... Эй, ты что делаешь, тварь? В общем, смысл такой. Я нахожусь в самой плохой больнице в городе. Мне никто не может помочь, а мне нужно заряжаться электрической энергией и при этом избегать различного рода дурачков, которые мне пытаются помешать. Так, хорошо. Этих обошли. Отлично. Бежим. Где? Дайте телефон. Телефон. Убил. Ой, сколько здесь. Меня поймали, да? Пошли вон, твари. Игра играется, извиняюсь за тавтологию, двумя кнопками. Левой кнопкой мыши заряжаемся, правой ударяем этих гадов. Суть пройти до конца коридора, я так понимаю, до реанимации, что ли. Ускориться я не могу. Вот он щиток. Подзарядились, отлично. Этих избегаем. Я трачу заряд на то, чтобы их нейтрализовать. Ой, прячемся! Твою мать. Меня задавила скорая. Справиться от нее была ли возможность или нет? Давайте попробуем еще раз. Ускориться я не могу. То есть это обычная скорость его движения. Помните, был такой фильм с Джейсоном Стэтхэмом под названием «Адреналин. Две части»? Там он тоже в одной из частей. Ему нужно было постоянно держать адреналин на пределе, чтобы... его сердце оставалось. А я не понял, почему скоро так быстро появилась. Что за беда? Подзарядились. Отлично. Только в этой версии Стэтхэм слегка растолстел. Но такой же лысый. Да уйди ты от меня, господи, прикопался. Так, подзаряжаемся. От щитка. Подзаряжаться можно от щитков или от телефонных трубок. Да, я в такой больнице оказаться бы не хотел совсем. Так, еще одного вышибли, отлично. Продвигаемся. Единственное, что я пока не могу понять, почему любая скорая помощь меня убивает. Как от нее спрятаться? Или она появляется, если я что-то неправильно делаю? Вы хотели бы оказаться в такой больнице? Я так нет. Мало того, что у тебя жопа голая, как вон у всех пациентов. Так еще и никто не оказывает помощь. Дайте электричество. Электричество дайте, твари. Холодильник. Где электричество-то? Кончилось, что ли? Твою-то матушку. Ну, давайте еще раз попробуем. Ускоряемся. Он бежит даже быстрее, когда заряжен. То есть нужно ото всех электрических приборов заряжаться. Иначе можно, как в прошлый раз, упустить заряды. Получай! Хорошо. Получай! Подзарядились, отлично. Вы знаете, игра не имеет никакого особой, не особой какой-то смысловой нагрузки, но она веселая почему-то. На, тварь! Так, от телефона зарядились. Получай. Хорошо, так. Получай, зарядились. Это даже не назовешь платформером, но играть довольно весело. Всем советую попробовать. Еще только бы понять принцип появления скорой помощи. Какие страшные пациенты, блин. Так, я уже много зарядов, почему у меня сердце так типа бьется? Так, от щитка больше всего получается. Хорошо, валим. Вообще интересно, можно здесь пройти до какого-то логичного конца? А-а-а! Ну, я так понимаю, скорая в любом случае будет меня убивать. Но я... мой пытливый ум не дает мне возможности бросить эту игру. Я хочу пройти до какого-нибудь логичного завершения эпизода или чего-либо. Подзарядились, отлично. Подзарядились. Какие пациенты забавные. Глаза выпущены, жопа голая. Так, эти с каталками медсестры. Народу куча. Так, а от вас можно зарядиться? Нет, они только, получается, дают ускорение, да? Эй! Не убежишь. Ну, видимо, скоро это такой своеобразный гейм-овер. То есть, или что-то делаешь неправильно.
Или просто игру нельзя пройти до конца. Так, от этих можно, я так понял, отталкиваться, да? Все понял теперь. Теперь-то понятно. Теперь-то я, может быть, даже и быстрее пройду до какого-нибудь логичного места. Так, мне нужна трубка. Валим, валим. Что ж так много достало? Наверное, я делаю что-то правильно, поэтому такая беда. Так, а где электричество? Что-то давно не было электрических источников. Вот он. Отлично. Так, ребята, помогите мне ускориться. Отлично. Чего вы валяетесь-то? Да, беда. Ну, таким образом, небольшая игра под названием Charge выглядит. Советую всем поиграть. Я, может быть, даже пару раз попробую в нее еще побегать. Но это так, на 5 минут повеселиться и забыть. С вами был Anybody Play. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилось. Все, пока. Пока.